знаю. Заровское озеро. Заровское? И Заровье. Знаменитый немецкий гарнизон. Мне попасть на улицу космонавтов. Космонавтов? Да. Космонавтов.
Дядя, а вам какой дом нужен? Мне 40-й нужен. Есть здесь такой? А какой корпус? Корпус? Какой еще корпус? Сейчас посмотрим, есть там какой или нет. Корпус. Кажется, есть. Корпус 3, да? Да, корпус 3. Давайте мы вас проводим. А, хорошо. Дядя, а почему у вас одной руки нет? Ну как ты не понимаешь, Ирка, что дядя на фронте руку оторвал? Правда? Правда. Ты догадливый, молодец. А в нашем дворе живет дядя Коля. Так он на одной ноге ходит, а вторую ему фашисты оторвали на войне. Он в такой маленькой машинке ездит. Ну, чуть-чуть побольше мотоцикла. Угу. А моего дедушку на войне убили. Они хотели уничтожить всех, но наши солдаты не дали. Правда, дядя? Правда. А у вас есть медали? У моего дедушки было 6 медалей на фотокарточке. 6 – это хорошо. Значит, герой был твой дедушка? А вы тоже герой? Я нет, я не герой. Я просто так. Ну вот, это дом 40. А какая квартира нужна? Квартира 52. 52? Вы там наверх подниметесь, и на дверях будет написано. А, спасибо большое. Пожалуйста. Вы позвоните. Значит, никого нет? Вы знаете, здесь с утра Танечка бегала. Но сейчас ее что-то не видно. Наверное, пошла куда-то. Спасибо. Пожалуйста. Куда не пойду. Как это не пойдешь? Как это ты не пойдешь? Что, я тебе тут больницу откроешь, что ли? Байкин! Я тут, товарищ начштаба. Отправляйте, немедленно отправляйте вместе с Тихоновым. Они до Язьминых как-нибудь доберутся.
А там у Лисковца перебудут. В Первомайской. Я не поеду. Погибнешь к чертовой матери, понимаешь? Утром на прорыв пойдем, на брюхе ползти придется. Понимаешь ты это? Пусть погибну. А, пусть погибну, вы слышали? Раньше надо было думать. Раньше погибать, понятно? Хватит уговаривать, давайте сажайте на подводу. И отправляйте вместе с Левчуком. В случае чего Левчук присмотрит. А где Левчук? Ты же говорил, он тут был где-то. Да тут я перевязывал. Грибоед, где Левчук, а? Ты тут где-то спал? Я ж башил. Ну так ищите Левчука. Не пропади, я знойдится. Давайте, кладите на подводу Тихонова и через гать, пока эту еще дыру не заткнули. Левчук! Здесь я, чего еще? Слушай, ты топку и гать знаешь? Ну, знаю. Повезешь Тихонова, а то пропадет парень. Повезешь его прямо в Первомайскую бригаду. Через гать. Разведка доложила, что там есть дыра, так что можно как-то проскочить. А чего я в Первомайской-то не видел? Я в роту пойду. Какую роту? Какую роту? Когда ты раненый? Слушай, Пайкин, а куда он ранен? Плечо касательное. Ну, движ касательное, так что давай на гать. Вот подвода в твоем распоряжении и Клаву прихвати с собой. Клаву в Первомайскую? Клаву. Клаву лучше бы в какую-нибудь деревню, к бабе. Только обязательно какой-нибудь опытной бабе. Бабе, бабе. Что, я по бабам удушляться? Нашли подходящего. Суропили начальнички. Ладно. Здравствуйте, вашей матери. Сильно тебя поранило? Поранило. Это, там кость не зачапила. Главное, кость мясо нарасте. Кость не зачаплена? Что я тебе, доктор, что ли? Черт, то ранение. Все мои планы переначал. Это где тебя? На долгой гряде, а где же еще? Кисель вот так бычок кинул. Курить. Я руку протянул и бац, получай. После четвертой атаки-то. Думал, в санчасти хотя бы отосплюсь. Дык, ты спал? Спал. Если б не ты. Выдлинный язык. Кто тебя дернул, что ли? Да я что? Пытались, я и сказал. Угу, сказал. Нет, хорош. Далеко гать? Ты близко уже. Вот сосночок проедем, за ним кусты, а там уже гать. Туда не поедем. Ой, як. Куды ж? Давай в сторону. Як в сторону? Там же болото. Поедем через болото. Давай. Ко мне!
А куда же ехать? Как куда? Куда я иду, туда и ты давай. У болота. Какое болото? Держит же. Тут так держит. А далей? По горло? Я уже ведаю. Казали, что через греблю треба. Так же казали. А то болото. Через греблю говоришь? В тебя сколько раз стреляли? Два? Вот на гате застрелят в третий. Тебе что, немцы, дураки, гать без прикрытия оставить? Мало что там разведка донесла. Надо свою голову на плечах иметь. Да я что ж, я ж не супротив. Да як только? Только як? Давай за мной. Чунчо, подожди. Пусть лошадь отдохнет. Пригодится. А ну, взяли! Взяли! Ну! Ну! Ну, давай! Ну! Давай! Ну! Еще взяли! Давайте! Как теперь вылезать? Может, километр проехали? О, Боже. Я уже больше не могу. Назад треба. Водой коня утопим и это, ты сам. Тут в окна есть. О-о-о! По голову и исчез останется.
делать, а? Хати. Ну, от трассы вашей матери. А вы говорили, видите, что делает с Нагати? Давай быстро вперед. Быстро. А ну давай. Изо всех сил давай. А ну взяли. Раз, два, опа. Еще, давай. Давай. Петь. Тихо. Тихо. Сейчас он принесет. Клава. Ну что? Клава, где вы? За болотом. Ты лежи. Мы прорвались. Почти что. Ты не бойся. Где доктор Пайкин? Пайкин. Пайкин. Зачем тебе Пайкин? Его здесь нет. Автомат. Автомат. Где мой автомат? Здесь твой автомат. Куда он денется? Давай. Тихо. На, пожалуйста. Только интересно, что ты с ним делать будешь. Да. Пить. Потерпи немного. Не повезло Тихонову. Но это еще неизвестно. Кому повезло, а кому нет. Война еще не кончилась. Чего же котелка-то у тебя нет? Нема. Дед Грибоед, незапасливый ты. Я таки дед, как ты внук. Мне 45 год. Тебе 45? Ну? Чего ж ты старый такой? Того. Да, дела. Надо посмотреть, может, деревня здесь какая. Залозье тут было. Ну? Близко залозье, по-моему, было. Не спалено еще. Не спалено? Значит, надо идти. Тебе нужно завербовать сотрудницу одного места на кабель. Вы поляк? Простите, не представился. Влад Воль. Скружил девке голову и затащил в постель. Там посмотрим, что она знает. Я что, должен объяснять своей любви? Какой-то фашистский тварь? Если есть приказ, его надо выполнять. Речь идет об оружии возмездия, о котором орет Гитлер. Оружие, которое может разом убить миллион человек. Если ты это не понимаешь, придется вмешаться. Вы жаждете геройской смерти для себя. Готовы вытерпеть пытки? Послушай, эта женщина стоит танковой дивизии. Ее необходимо переправить в Москву. Пожалуйста, не отдавай меня им. Я никуда без тебя не пойду. Нет. Беги, дура, иначе нас убьют обоих! Беги! Ты все врал. Ты врал все время. Тебе нужно было не я, а бомба! Катя! Полученные нами косвенные данные говорят о том, что немцы близки к цели. Если вы нашли эту девицу, ликвидируйте ее немедленно. И все. Она перешла линию фронта в районе Смоленска. Мне приказали сопровождать эту барышню, чтобы она непременно перешла фронт к русским. Живой и невредимый. Нет, она не наша. И даже не твоя. Она работала на немцев, а ты ее завербовал, помнишь? Ты использовал ее для получения информации. Теперь она стала опасна. Ее надо убрать. Подожди, Грибоед. Посмотри, Клава, солнце всходит. Солнышко!
Солнышко всходит! Мальчики, смотрите! Солнышко всходит! Мальчики! Солнышко, товарищ Розиска, мы здесь всякого насмотрелись. Да. Ой, как красиво! Белочка, белочка, смотрите! Ну вот, 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 белочка! Что долго? Мучиться мне еще долго. Нет, недолго. Потерпи немного. Где немцы? Какие немцы? Чего ты боишься? Я не боюсь. Я не хочу напрасно мучиться. Левчук! Левчук, глянь! Может, проедут. Холерная конь. Эть, Халин! Пошла сюда! Пошла сюда! Эть, Халина! Ты моя! Волка резина! Отгони лошадь! Халин, ну, быстро! Как ты сдох. Что? Немцы? Тихо! Лежи ты! Где немцы? Вон на дороге. Сюда идут. Нет еще. Лежи ты. Я кое-не. Иду, Сюша. Где немцы? Тихо ты, замри. Идут. Идут. Мучились с ним. Либо я стой. Бежит, треба. Подожди. Thank you.
Не могу. Что еще? Что нам теперь с собой делать? На руках, что ли, нести? Дела. Коня треба. Фурманку. Бо без коня як? Был конь. Фурманка была. Все проворонили, балбесы. Слушай, дед. Дуй-ка ты. Поищи деревню. Может, есть поблизости. Только знаешь, без немцев что бы. Смотри, там не задерживайся. Клава, ты держись. Просто изо всех сил держись. А то, не дай бог, начнется. Что я с тобой делать буду? Я понимаю. Наделала я вам забот. Ты уж извини, Левчук. Че там извини? После войны сочтемся. Не дожить мне. Ты должна дожить. Он не дожил, а ты должна. Ты уж постарайся. Разве ж я не стараюсь? Нам, знаешь, главное сейчас к своим выбраться куда-нибудь. К жилью. Только ни черта здесь нет. Все гады спалили. Интересно, как наши там. Может, прорвались? Споги сними, посуши. Да ну. Давай я. Да ну, ерунда. Ну, Тихонов. Отмочил номерок. Не ожидал я от него такого. Испугался он. Ну, факт, испугался. А что бы мы делали, если бы он не испугался? А может, он из-за нас, а? А как теперь узнаешь? А откуда он хоть родом-то? Кто его знает? Из России откуда-то. А твой Платонов? Ты хоть адрес его родных-то знаешь? Thank you.
Ну, пошли. А, здорово. Ну. Ну, я пошел. Давай. Ну, вот и радистка приехала. Витя. Витя! Клава! Витя! Откуда? Слушай, как ты меня нашла, Клава? Я знал. Господи, а я думал. Клава. Я нашла. Клава. Я нашла тебя. Да як сказать, деревенька одна есть, да и спалены. Что толку спалены? Нам же с людьми надо. Спалены. У немца уцелело. С краю. Думал, пустое. Гляжу, баба возится, коляжит. Баба? Баба. Говорил с ней? Да не говорил. Гляну и назад. Спешался. Добро, добро. Клава, Клава, вставай. Пошли. Далеко это? Да не очень. Вот соснячок, у 40. За ним вырубка. Жито там. Ну, сколько километров? 2-3 так? А, может, 2, а может, 3. Пошли. Никого нема тут. Я шел. Скажи, какой смелый, он шел. А вдруг немцы? Да ну чего там. А нам еще жить хочется, правда, Клава? Я, ведаешь, так уже и жить не вельми хочу. Ну вот что мне та и жизнь, коли моих никого нема. Ни бабы, ни детенков. Война скончится. Кому я треба? На во что? Чудак, война кончится, в почете будешь. Ты у нас вон какой заслуженный. С самой первой весны в партизанах ходишь. С первой, ага. Заработаешь орден, человеком станешь. Хотя, конечно, для ордена не при повозке надо быть. А, на что мне той орден? Мне бы Володьку моего. Усих бы отдал. И дочок, и бабу. А бы Володьку. Одного. Убили Володьку-то. На моих, считай, что глазах. Разрывная у бок. Кишечки повылезали. Такие, ведаешь, как птушиные. Ну, собирал, собирал. Да и что? Разрывная. Вот семья была, хозяйство и ничего. Один остался. Плохо, значит, старался. Ты что там старался? Человеком хотелось быть. Пришли, попросились. Ну, а я что, не выгонишь, попораненные? Партизаны? Да и какие партизаны? Партизанов еще нигде не было. Обкруженцы. Двое. Один сильно пораненный. Обоих принял? Ну, а як же не примешь? Взял хату, лежал. Пораненные эти. Политрук оказался. Ну, кто-то донес. Налетели, як... Как волки бешеные. Да, это не умеют. А, умеют. Обкружили.
Думал, на коней вырвусь. Да и где это? Эх, стали бить разрывными. И Володьку в санях. А политрук? Политрука вывез. Володьку потерял одного. Ну и бабу. И малых, две девочки было. У всех подчистую. Глава. Невеселые твои дела. Да и куда ж веселей. А ты заслуженный, кажешь. Эх, как Володьку. Я посмотрю. Есть кто живой? Эй! Давай сюда! Отсюда больше никуда не пойдем. Где же хозяйка? Грибоед! Давай посудину, бульбочки накопаем! Мамочка! Ой! Мама! Thank you.
Теперь нас трое мужиков будет. Чем только кормиться будем? Что-то одну щепоточку. Соль экономить треба. Где ты ее возьмешь? Как там Клава? Заснула. Хай поспит. Ей теперь надо. А малый? И малый спит. Сиську пососал и спит. Что ему? Хорошо. Садись, посиди здесь. Не, я уже у холодок. Солнце хорошее. Что такое невеселый, дед? И все хорошо. Хорошо, да не все. А что еще? Тихонов? Хоть бы и Тихонов. Молодые еще. Разве жить не хотел, а? Жить всем хочется. Да не всем выходит. Вот про то я и думаю. А тут малый. Опознать смогут? Нет. Где вы его нашли? На берегу. Ты писатель, что ли? Кроме этого, у тебя ни свидетелей, ни доказательств. Твои сопли меня не интересуют. И мне плевать, что между вами произошло. Я стреляю, гость, оторву! Что вы хотите знать? Убила ли я своего мужа? Вы убили? Thank you.
Ну, Клава, пожелай ни пух, ни пера. Витя. А почему ты? Левчук же должен был идти. А, балбес он, твой Левчук. Понимаешь, надрался вчера на задании. Ну вот, командир посадил его в яму на трое суток. Ладно. Это все пустяки. Хорошо, пустяки. Там же полно полицаев, там же ротесты. Ерунда. Ерунда. Мы быстро. За одну ночь. Сейчас есть будем. Вот бульбочка молодая. Ты в этом году, наверное, еще не ела свежий. Спит? Спит. Что-то все спит и спит. Ничего, ничего. Дай спит. Значит, все спокойнее будет. Угу. Спасибо вам, дяденька. А, не за что. Ну, конечно, какая баба, может бы, лучше справилась. Да нет, и ты ничего. Все-таки ни плача не было, ни крику. Это не я. Я что? Это я на вот. На, ешь. Ешь, чё ты? Ешь. У меня в сумке фляжечка. Ради такого случая. Фляжечка? Что, самогонка? Нет, спирт. Ну? Держался. А, Грибоед? Вот это ты молодец. Ну что ж, дай бог тебе здоровечка и твоему малому тоже. Фух. Грибоед, ты как, потянешь? А? Да уже такое дело. Да, 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 держи. Самогонку ужал. Лепи. Сравнил тоже. Это же чистый фабричный, а то самогонка. Ну только что, что фабричный. Самогонка, кажу, приемнее. Мягчей бы. Клава, ты как, выпьешь немного? Так нельзя же мне, наверное. А чему? Выпей, выпей. Ага. Моя, бывало, как кормила, так выпей. Ну, коли у праздник, у праздник. Детёнок тали спить, у, добра. О, як. Дай немножко. Ну вот и хорошо. Очень хорошо. Добро. Теперь есть будем. А ну-ка навались. Бульбочка, она хотя и не чищенная, но просто объедение. Вкусная. Да, как грибы. Только соль бы еще чудок, а? Грибоед. А, я не дам. Не дам. Зусим. Мало затолоса. Я ж чай треба будет. Не знал я, что ты такой скупердяй. Ну, хай скупердяй. Кабе, более было. А то на раз языком пришло. Ой, голова закружилась. Ничего, это пройдет. Ты знаешь, у меня у самого сейчас в голове как будто прямо вот оркестр играет. Так весело, знаешь. Ну, чего? Солнце еще. Бунди. Что? Тихо, тихо. Ага. Тихо. Давай, давай. Сейчас. Бачу, есть и хочешь. Сейчас, маленький. Сейчас.
Ну, ты отвернись, отвернись. Чего не бачу? Ну вот. Ну вот, маленький. Вот мы какие, да? Хороший мой. Солнышко. Да. Хороший мой. Платонова привезли! Стой! Стой! Стрелять буду! Стой! Показалось тебе, Клава? Нигде никого. Может, и показалось. У меня иногда бывает такое. И кое. Я маленькая была трусиха. Жили в Москве на Соляной. Дом старый. И мышей тьма. Отец часто в разъездах. А мать иногда опоздает с работы. Я забьюсь в угол за буфет и плачу. Мышей боялась. Мышей? Мышей, да. А чего же мышей бояться? Хиба мышь укусить? Да, мыши это не волки. Вот волки, это да. Я однажды волков испугался. Кемарнуть часок, а? Как ты думаешь, грибоед? Как знаешь, ты начальник. Ты знаешь, кончай так шутить, а то мы сейчас с грибоедом как в два голоса заревем. Ничего, ничего, все добро. Главное, детенок, есть, вырасти. Война проклятая скончится, все наладится. У молодых все наперди. Не то, что у старого. А ко мне ваше. Ну ладно, хватит. Давай что-нибудь про веселое.
Я могу рассказать, как перед войной я, значит, чуть-чуть не женился. Да. Век не прощу. Ну, вот я его тогда гуса не взял. Чабу не покинул. Может бы, и живых засталось. Ты о ком это? Да... про Володьку. Про сына. Век себе не прощу. Сыночек. Малюсенький-то. Золотиночка-то моя горькая. Почему доля наша такая несчастная? Ну, ладно, ладно. Хватит тебе плакаться. Как-нибудь выненчим. Только вот хорошее место найти. Здесь, по-моему, ни черта не дождешься. Рано ешь, чапати. Лежать ведь треба. Пусть лежит. Ты лежи. А ты карауль. Теперь я пойду. Куда? Может, в Круглянку сходить. Километров 10 будет. Коли не спалено. Или в Шепшиновичи. Хотя Шепшиновичи вряд ли уцелели. Возле леса стоят. Дай-ка мне чугунок, за водой схожу. Слышите? Что? Слышите? Слышите? Быстро. Лежи тихо, может, они мимо пройдут. Накройся. Боец, сколько патронов у тебя осталось? Трохи есть. 4 обоймы. И все? Ну. А у тебя, Клава? Что же нам делать, Левчик? Господи, что же нам делать? Эй, вы! Не пора ли сдаваться? Пора сдаваться, пока не поджарили!
перебег до немцев. Кудрявцев твой. Кудрявцев? Ну, что весной сапоги у рюкзака спер. Вон, под навесом. Ну, куда? За соломой, за соломой, за соломой, за соломой, вытыркается. Расстреляйся, падла! Подвесим за челюсть! На телеграфном столбе подохнешь! Ахухо, не хочешь, подлец? Брось дурить, кретин! Высылай из сарая радистку и поднимай руки! Жить будешь! Я жить и так буду, вот ты на веревке подохнешь! Продажный пес! Wir fahren rein!
общение с родными и близкими запрещено. Перечисли звание высшего комсостава Германии. Артиллерия, генеральди... Как выглядит национальный герб Германии? Как отличить национальный герб от партии? Что послужило поводом для вторжения в Польшу? Операция консервы, проводимая СС в городе Вильно. Германия превыше всего. Слова Фаллерслейбена на музыку Гайдна. Пойте. Без предъявления каких-либо претензий. Без объявления. Товарищ майор, да не готовы они еще. Меньше 3 месяцев подготовки из запланированных 9. Считайте этот выезд их тренировочным заданием. Будьте же достойны этой миссии. Что не нравится, но мне задание не хочется. Я ни с кем не хочу. Из него и куда будет. Я к вам попрошу почекать! В жизни любовницы нужного офицера. Как еще? Может узнать план целой армии. Если у разведчицы жених есть, он должен понимать, что тебя убьют. Лучше тактик, лучше стратег ненавидят друг друга. Все мысли только о задании, непреодолимое желание вернуться. Грибоед, грибоед.
Ничего, браток, ничего. Мы еще посмотрим. Мы еще посмотрим. Вылезай. А ну вылезай. А ну бросай пушку. Руки вверх. Чего орете? Свой я. Смотря кому свой. Постой, постой. Да это же из Геройского. Левчук твоя фамилия. Левчук. Ну факт, Левчук! Ты что, из болота? Из болота. А это что? Это человек. Где тут у вас, чтобы баба? Мамку ему нужна. Малый он совсем. Сутки почти ничего не ел. Ух ты, гляди, действительно. А где ты взял? Длинная история, ребята. Баба нужна, а то пропадет. В семейный лагерь отдать. Кулеш, отвезешь и догонишь. Такое дело. Сам я должен.
Ну ладно, покажешь дорогу и догоняй. Но. Это по тебе стреляли, там, в болоте? Да, по мне. Еле ушел. Сегодня ваших тут много прошло. Через топкую гать прорывались. Да, прорвались? Прорвались. А ты по болоту? Да, думал, пузыри пущу. У вас пока тихо. Где там? Прижали нас, сволочь. До вчерашнего дня тихо было, а вчера и началось. Слышь, гремит. Отбиваемся. Ну, тут недалеко. Что такое? Кулеш! Кто такой? С Геройского. Вот ребенка в семейный лагерь несем. Какой ребенок? Все в строй! Немцы пролезли, что делается? Что мне, с ребенком в строй? Ладно, ты вези ребенка, а ты в строй! Где винтовка? Нет винтовки, пистолет. С пистолетом в строй! Шагом марш! Главное, какой-нибудь тетки. Не волнуйся, все будет в порядке. А как зовут его? Зовут Виктор. Виктор, скажи. А фамилия Платонов? Ясно. С 52-й квартиры. Танечка. Платонова, да? Платонова. А где твой папа? Папа дома. Он с мамой на футбол ходил. А я у тети Фени была. А, вон оно что. Ну, веди, Танечка. Я к вам в гости приехал. Столько лет искал, наконец нашел. Теперь вижу. Пошли? Пошли. Ходите, пожалуйста.